Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Мы продолжаем проходить Total War Rome 2. В прошлой серии мы взяли в осаду Ариминум. Ну, можно сказать, мы его по сути захватили на самом-то деле. Вот. Но у нас вот с этой стороны пришли войска. Вот, и как я обещал, мы в этой серии узнаем исход этой битвы. Ну, вернее, во всяком случае, что будет, значит, здесь у нас есть легион под управлением Папирия Курсора. Не очень-то уж и много, на самом деле, войска. Поэтому давайте направим его в Вольтеру. Ага, мы не можем его направить в Вольтеру, у нас как раз конец хода. Поэтому давайте попробуем и нанять, мы тоже не можем. Досадно. Так, а вот здесь у нас есть... войска. Поэтому мы можем направить их в сторону этих товарищей. На всякий случай. Даже вот сюда поставим, чтобы не смогли пройти. Ну и сейчас будет что-то, что решит исход Вольтеры. Во всяком случае мы узнаем, что с ними не так. Ну вернее, что с этими товарищами не так, какого ляда они сюда... вообще приперлись, потому что, ну, вы понимаете. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь со строениями. Так, пускай строится вот эта штука. Или, а, это уже готово, насколько я понимаю. Так, хорошо. Так, вот буквально пару дней не заходил, уже позабывал, чего где делал. Так, технология у нас здесь исследуется, еще два хода, ну, в общем... можно завершать ход, на самом деле, и посмотрим, что будет здесь. Так, завершить ход. Угу, значит, здесь надо что-то сделать. Хотя нет, тут все уже строится. А где же тогда... чего случилось, где я могу чего издать. Так, конец хода. Ощущение с неприсвоенный навык. А, навык у Луция Юлия Либона. Это здесь. Так, ну что ж, давайте повысим ему навык. Пускай. Так, тактик. Командир, воин. Давайте тактику будем качать, в принципе. Это, я думаю, хорошая штука. Ну что ж, давайте посмотрим. А, еще. Издать эдикт в одной из провинций, которую вы полностью контролируете. Это в какой же? Давайте посмотрим. Так, Италия. Ну, я даже не знаю, где это. Где это может быть, в какой провинции я какой эдикт не издал. Ну, ладно, давайте завершим, там посмотрим. Итак, что мы видим? Объявлена война. Сиракузы воюют с Эпиром. Хорошо. Население увеличено. Тоже прекрасно. Новый домочадец. Или предмет. Ну, это тоже хорошо. Так, заменить, отправить в пул. Боевой дух всех отрядов плюс 5. Давайте заменим. Так, новая особенность. Сумасшедший. Так, хорошо. А эти товарищи пошли в бегство. Ну, долго мы, думаю, с ними разбираться не будем. Давайте их разгромим уже в конце концов.
Так, ну что ж, давайте сделаем сражение на поле битвы. Я так понимаю, что это будет... Да, это на воде. И это круто. Мы теперь видим морской бой, как это все выглядит. Так, ну что ж, давайте расставим наших воинов. Так, это у нас чего? Грузовое судно. Грузовое судно. Там тоже грузовое судно. Давайте. Давайте сделаем вот так. Ну, вот так вот. Все, начинаем битву. Мини-карта позволяет взглянуть на поле боя с высоты птичьего полета, уточнить расположение ваших войск, кораблей или видимых врагов. Так, вы давайте с этой стороны заходить. Карты вы также можете отдавать приказы. Так, а вы будете заходить с этой стороны, значит. Вот таким образом. Так. Так, как там? Вот так. Ships ready. Потому что эти втроем будут идти прямо напрямую. Давайте увеличим немного время, чтобы быстрее. Скорость сражения, ускоряя и замедляя время. Поставить игру на паузу или включить замедленный режим. Чтобы вернуться к нормальному течению времени, нажмите на кнопку в центре. Так, я думаю, им бы вообще свалить бы и не париться. Давайте их таранить. Таран. Так, хорошо. Нормально, отлично. Уничтожен целый отряд. Ух, плохо. Тогда давайте атаковать. Так, эти вроде бы... Ну все, давайте тогда этих атаковать. Потому что, насколько я понимаю, здесь уже... А нет, битва идет. Не видно просто. Так, все, этих... Где, 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 кого? Какой корабль, где, какой корабль берут на абордаж? Нельзя. На нашего военачальника напали. А, вот здесь вот берут на абордаж, да? Мочи козлов. А вы чего тут стоите? Быстро нападать. Эх, жалко, курсора нашего завалили. Твою дивизию. Так, ну я думаю, вот эти товарищи сейчас тут все порешают быстренько. Уничтожен целый отряд. Че, боитесь? Текаете? Давай, давай, мочи козлов. Так, ну я надеюсь, здесь дадут люлей. Уничтожен целый отряд. Что-то как-то не похоже, что дают люлей на самом деле. Кажется, нам... кажется, нам сейчас люлей раздадут на самом-то деле. Уж говоря так про люли.
Наши остались без снаряжения. Как это? Ага. Так, хорошо. Давайте на таран. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ну, здесь нормально вроде раздают. Так, я вот понять не могу. Вы вообще будете атаковать или не будете атаковать? О, давай, давай. Давайте с этой стороны зайдем. И попробуем же все же взять на абордаж. А, вот сейчас пойдут. Хорошо, эти бегут. Ну, пускай бегут. Давайте сюда. Так, все. А, эти бегло бегут. Спасаются бегством. И те тоже. Ну, думаю, здесь мы победу одержим точно. Наши ряды дрогнули. Ну, нормально с этой стороны заходит. Отлично. Вражеский военачальник убит. Есть контакт. Мы отомстили за нашего. Ну, я думаю, эти товарищи тут разберутся. Должны, по крайней мере. Да сдай ты назад, ну. Наши ряды дрогнули. То сейчас нам и здесь люлей раздадут на самом-то деле, потому что как-то... Эти убежали. Ну, думаю, их догонять уже смысла нет. Да ладно. Да, неплохо мы тут потерпели. Так, ну что, эти будут убегать или будут... Мочи козлов. Так, отходите. Хотят на абордаж взять. Хорошо. Берите нас на абордаж, давайте. Так, не-не-не. Давай. Разворачивайся. Ну же. Ну, хорошо. Ну, поехали. Так, они, по-моему, так долго за нами плавать будут. Ладно, давайте на абордаж берите. Ну и куда вы поплыли?
это вообще видели? Ну вот. Вообще смешно. Короче, разбили нас к фигу нафиг. Короче, мы только что неплохо отгребли люлей, и, честно говоря, огромный минус игре, потому что управление морским боем никакое, честно говоря. То есть корабль не отсылается абсолютно куда должен, и вообще очень все плохо с этим делом. Не, может, я, конечно, что не знаю, вы в комментариях напишите, может, как-то по-другому это все делается, но учитывая мои познания в морских баталиях, имеется в виду компьютерных игрушек, то здесь все должно быть совсем было по-другому. Во-первых, у нас было численное преимущество. Во-вторых, ну, тактика и стратегия вообще тут никакая на самом деле. Корабль просто не хотел разворачиваться. Ну, вы сами все видели на самом деле. Давайте соберем войска, раз такое дело. Ready for battle. Так, хорошо. Надеюсь, вот эти дебилы нас сейчас не захотят громить. Ну, хотя у нас есть вот эта армия. Мы сейчас попробуем опять же таки атаковать. По крайней мере, мы сюда дойдем. Сделаем конец хода. Так, что у нас где построилось, чего у нас где не построилось. Так, вроде здесь везде все строится. Давайте посмотрим технологии. Технологии еще один ход, поэтому можно, в принципе, делать конец. Так. В одной из провинций, которую полностью контролируете. Я не могу понять, что это такое. Давайте обратимся к энциклопедии. Энциклопедия игры Total War Rome 2 содержит подробную информацию обо всех игровых аспектах. Об отрядах, постройках, технологиях и самом игровом процессе. Вы можете... Так, как там она называется-то? Эдикт. Хорошо. Очень хорошо. Вы заглянули в энциклопедию, чтобы больше узнать. Эдикты. Когда фракция контролирует провинцию целиком, в ее столице можно издавать провинциальные эдикты. Угу. Столица. Где здесь провинциальные эдикты можно издавать? А вот, провинциальные эдикты. Так, романизация. Симуляция торговли, хлеб и зрелища, налоги и урожай. Так, налоговая ставка плюс 5, пища 4, общий порядок плюс 4. Так, доход от всей торговли, стоимость набора вспомогательных войск, насаждение рипской культуры. Давайте все-таки вот это сделаем. Так, мы изучили новую технологию. Так, изданный дикт. Хорошо. Новая особенность. Лояльный децим юни брут. И ты брут. Так, лагерь вспомогательных войск построили. Гастаты набрались. Так, эти товарищи убежали. Убежали, и вот здесь они все разместились. В общем, надо идти сюда, на Аталию. Будем сейчас собирать войска, чтобы идти на Аталию. Так, сюда еще нужно добавить немного боевых псов. Так, гастаты, союзники гастаты. Гастатов будем за ним набирать. Ну и этих самых левисов. Так, хорошо. У нас там празднование какое-то идет. Мы сдали эдикт.
Так, что мы можем строить? Здесь пока мы вроде ничего не можем строить. Тут у нас еще все же строится. Так, хорошо. Эдикты у нас в порядке технологий. Манипулярная тактика. Скорость исследований 100%. Хорошо, давайте это и сделаем. Так, у нас новое задание. Изучить технологии в категории строительства. Хорошо, сделаем. Так, технологии. Это у нас еще будет через один ход. Категории управления. Так, категории строительства. Хозяйство, философия строительства. Это у нас изучено. Ну, думаю, будем изучать. Шлюзовой бетон. Изучим бетон. Вот, хотя нет, у нас же надо... Это доизучать. Так, ну и потихоньку будем готовить армию для нападения. Почему ты... А, ты еще не донабрал армию, хорошо. А, так. Так, здесь их на самом деле не сильно много. Совсем чуть-чуть, я так понимаю. Нужно это... Аталию нужно захватить. Алалия. Почему? Давай. Ну, так. Так, не может, да? Не хватает ему. Не хватает ему ходов, говорит. Так, чего у нас здесь? Давайте, ну, надо же армию здесь тоже собрать. Так, эффекты. Давай, будешь ты. Корнелий, Бас. Ты будешь нашим. А что если восстановить имя уничтоженной армии? Давайте этих. Так, гастаты. Ну, пускай будут гастаты. Так, избыток населения. Избыток населения в этой провинции увеличивается. Вы можете расширить одно из местных поселений и соорудить новую постройку. Давайте расширимся. Почему нет? Так, здесь мы не можем. Так, требуется прирост населения. Скорее всего, это дело произошло. Где у нас произошло-то? Вот. Все. А, ну, понятно. Здесь у нас вообще ничего не расстраивалось. Расширить город. Ну и пока все. Так, строительство. Здесь селение. Ага. Давайте тогда здесь тоже что-нибудь попробуем построить. Дополнительно. Пока ничего не можем построить дополнительно. Хорошо. Отчет о хозяйственной части. Наняты гастаты. И левисы. Окей.
исследование завершено, манипулярная тактика. И сразу мы поставим технологию строительства. Чтобы завершить задание, мы будем изучать бетон. Так, здесь мы можем построить... Так, что мы можем построить? В Риме. В Риме мы ничего не построим. Так, в Неаполисе тоже ничего особо. А, вот мы можем храм Юпитера построить. Это нам дает... Дает гарнизон гастат и плебсов. Общественный порядок. Сеет римскую культуру влияния. Давайте сделаем это. Так, чего у нас? А, это мы здесь и были. Ну и больше все. Вроде как мы ничего не можем сделать. И наше войско переходит вот сюда. Так, вы там наняты, нет? Не наняты еще. Так, вы будете здесь... Режим ускоренный марш. Так, нанять наемника. А если сделать режим ускоренный марш, дальность перемещения... Давайте это сделаем. Так, ну я хочу, собственно, напасть. В этом режиме нельзя атаковать. Это как? Так, хорошо, ладно. Тогда мы сделаем так. Здесь у нас объявлена война между Венетами и Лигуриями. Новый домочадец, хорошо. Новая особенность, слегка не в себе. Авторитет минус 2, блин. Население вдохновлено, жители этой провинции ликуют. Они чествуют вас и благодарят богов, не спаславших вас. Отлично. Так, наняты гастаты. Новый домочадец или предмет. Дальность стрельбы отрядов плюс 5. Отправим его пока в пул. Так, ну и думаю, на этом серию завершим. В следующей серии у нас будет великая битва на этом острове. Мы соберем еще как минимум 2 отряда, я думаю, и зайдем сюда и захватим до конца русскую лигу. Вот. Ну, в общем, не очень хорошо у нас сегодня получилась баталия на воде в этом вот месте. Потерпели мы поражение, притом таки хорошее поражение, сильное. Так, вот у нас даже торговый путь, насколько я понимаю, да, торговый путь между Римом и Сиракузами. Это хорошо. Собственно, вот так вот. На этом, думаю, серию завершим. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока.